Рафик. О твоих деяниях говорят, Альтаир. Ты на самом деле желаешь искупить свою вину? Я стараюсь. Порой ты хорошо справляешься. Я полагаю, работа нас воссоединила. Да. Вильям Монферрат – моя цель. Что можешь сказать о самом человеке? Вильям назначен регентом на время отъезда короля на войну. Многие считают выбор странным, но ввиду произошедшего между Ричардом и сыном Вильяма, я думаю, план короля неплох. Какой план? Ричард и сын Вильяма Конрад во многом не ладят. На людях они не показывают виды, но ходят слухи, что они таят злобу друг на друга. Еще и тот случай с плененными сарацинами. В результате Конрад вернулся в Тир, а Ричард заставил Вильяма остаться в Акре в качестве гостя. В смысле заложника? Как тебе угодно. Именно поэтому Конрад ничего не предпринимает. Я не силен в политике. Все твои действия влияют на будущее этой страны. Ты тоже политик. В некоторой степени. Возможно. Где мне стоит начать поиски? Цитадель Ричарда – это к юго-востоку отсюда. А лучше – рынок напротив нее. Или собор Святого Креста. Там всегда полно разговорчивых горожан. Наконец, границу портового района с районом госпитальеров на западе. На твоем месте я бы начал с этих мест. Прекрасно. Не буду более тебя беспокоить. Это не проблема. Стой! Здесь! Что? Кто это? Где? Кто это? Кто мог сделать такое? Тебе здесь делать нечего, уходи. Уйди с дороги. Если ты умрешь здесь и сейчас. Ты скоро умрешь. Я убью тебя, что получается. Мне повезло. Ха-ха-ха!
Спасибо, спасибо. Я найду способ отплатить тебе, клянусь. Что случилось? Убийца! Он только что убил человека! О чем он только думает? Для чего он это делает? Сколько еще это будет продолжаться? Bewegung! Тебе не следует стоять здесь. Уходи. Тебе что-то нужно? Я был Хаунофе! Убийца! Сюда! 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 Да тебе до меня как дошьёшь! И не позволяй уйти! Глупец! Ты не понимаешь, что уже убил! В следующий раз будешь думать перед тем, что я убил лейтенанта. Спасибо, спасибо. Я найду способ отплатить тебе, клянусь. То есть у нас под боком ходит убийца? Я с тобой, друг. Зачем вообще вести себя так? Зачем он это делает? Мы слишком терпимы. Моя семья на краю гибели. Подайте хоть немного. А другой пытаемся. Он, наверное, тронулся головой. К чему мы придем, если король сам не знает, чего хочет?
Но Вильям... О, нет. Знает. Верьте нам! Вильям Монферрат видел сон. В нем он узрел спасение. Он тот, за кем мы должны идти. Тот, кто приведет нас к победе. Мы слишком терпимы к врагам. Одной рукой бьемся с ними, а другой пытаемся их обнять. К чему мы придем, если король сам не знает, чего хочет? Но Вильям знает. Верьте нам! Мы слишком терпимы к врагам. Одной рукой бьемся с ними, а другой пытаемся их обнять. К чему мы придем, если король сам не знает, чего хочет? Но Вильям знает. Верьте нам! Вильям Монферрат видел сон. В нем он узрел спасение. Он тот, за кем мы должны идти. Тот, кто приведет нас к победе. Вильям Монферрат видел сон. В нем он узрел спасение. Он тот, за кем мы должны идти. У него действительно есть повод так себя вести. Мы слишком терпимы к врагам. Одной рукой бьемся с ними, а другой пытаемся их обнять. К чему мы придем, если король сам не знает, чего хочет? Но Вильям знает. Верьте нам! И что мы видим вокруг? Могилы, вдовы, сироты! Король Ричард обещал нам светлое будущее, обещал спокойные земли, но получаем мы лишь смерть! И что мы видим вокруг? Могилы, вдовы, сироты! Король Ричард обещал нам светлое будущее, обещал спокойные земли, но получаем мы лишь смерть! Будьте сильными, будьте упорными, не сдавайтесь. Без вашей помощи королю Ричарду... Не... Уходи, черни, пока тебя не выгнали силой. Мордий волер, je te ferai trancher la main. Тебе нечего здесь делать. Уходи. Язычников к нашим стенам. Но Бог милосерден и может простить наши грехи. Нам лишь нужно попросить его об этом. И я говорю вам, покайтесь, падите ниц и исповедуйтесь в грехах. Одной рукой бьемся с ними, а другой пытаемся их обнять. К чему мы придем, если король сам не знает, чего хочет? Но Вильям знает. Верьте нам! Вильям Монферрат видел сон. В нем он узрел спасение. Он тот, за кем мы должны идти. Тот, кто приведет нас к победе. Ты это видел? Вильям Монферрат видел сон. В нем он узрел спасение. Он тот, за кем мы должны идти. Тот, кто приведет нас к победе. И что мы видим вокруг? Могилы, вдовы, сироты. Король Ричард обещал нам светлое будущее. Обещал спокойные земли. Но получаем мы лишь смерть. И что мы видим вокруг? Могилы, вдовы, сироты. Король Ричард обещал нам светлое будущее. Обещал спокойные земли. Но получаем мы лишь смерть. Тебе сюда нельзя. Уходи. Покинь это место.
Если вы сорветесь, карабкаясь, хватайтесь за ус. Мы слишком терпимы к врагам. Одной рукой бьемся с ними, а другой пытаемся их обнять. Чему мы придем, если король сам не знает, чего хочет? Но Вильям знает, верьте нам! Доставай кого-нибудь другого. Мы слишком терпимы к врагам. Одной рукой бьемся с ними, а другой пытаемся их обнять. Чему мы придем, если король сам не знает, чего хочет? Но Вильям знает, верьте нам! Поднимите с колен! Не приносите себя в жертву изменчивым прихотям короля! Мы должны полагаться на людей непоколебимых в своих убеждениях! Таких, как Вильям Монферрат! Меня в покоях ресторана. Пожалуйста, отпусти! Зачем такая жестокость? Что я делал? Дабы распространить благую весть Господа нашего. Но они отвернулись и отказались принять Сына Божьего как своего Спасителя. Зло таится в сердцах их. Так пусть же, Ричард, защитит нас. Убирайся прочь сейчас же, если тебе дорога жизнь. Божьей поддержкой. Это было неумно. Все, хватит, хватит. Чего ты хочешь? Золото? У меня есть немного, забери. Забери и уходи прочь. Не золото, мне нужна информация. Я ничего не знаю. Но знаешь Уильяма, как мне к нему попасть? Это невозможно. У него встреча с королем. А когда король уезжает? Сегодня. Но тебе это не поможет. Они опять поругаются, и Вильям, как обычно, пойдет срывать злость на своих людях. Ричард кричит на Вильяма, а Вильям кричит на воинов. Он не примет тебя. Я тебе уже сказал, что я иду к Вильяму, а не Вильям принимает меня. Тогда прощай. Не так быстро. Есть нечто, что я у тебя заберу. Что? Твою жизнь. Падите ниц и исповедуйтесь в грехах. Он простит, ибо такова его природа. Мы должны вымаливать прощение. Не бойтесь, страх и сомнение – вот оружие наше. И слушайте их. Ядовитые слова сходят раз. Какой кошмар. Ни шагу дальше. О боже, что он делает? Мне нужны деньги. Я бедная, голодная и больная.
хочу есть. Я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Тебе нельзя тут на... заручившись Божьей поддержкой. Мир и покоя тебе, брат. Хотя у меня, похоже, уже не будет ни того, ни другого. Впрочем, все понятно. Я был неосторожен, и Вильям послал за мной лучников. Самому справиться с ними мне не по силам. Ты можешь отыскать их и убить? У меня найдется для тебя кое-что полезное, если ты согласишься. Но осторожнее, тебя не должны... Теперь они отступают на юг. Вы не понимаете, я нищенка, господин, мне нужны деньги. Он точно кого-нибудь сшива. Пару монет, я прошу всего лишь пару монет. Перед мощью армии короля Ричарда. Бог одарил его своей милостью. Пройдет немного времени, друзья, и эта земля станет нашей, как и должна быть. Сарацины разбиты. Чума допадет на Саладина и на народ его. Мы с миром пришли в святую землю, дабы распространить благую весть Господа нашего. Но они отвернулись, отказались принять Сына Божьего как своего Спасителя. Зло таится в сердцах их. Отойди! Спасибо, Альтери. Наконец-то я снова вздохну спокойно. Возьми эту карту. На ней указано, где Вильям расставил своих лучников. Она пригодится, если ты решишь проникнуть в его крепость. И вот он покарал нас. Послав орды воинов-язычников к нашим стенам. Но Бог милосерден и может простить. Не бойтесь. Страх и сомнение — вот оружие наших врагов. Не слушайте их ложь. Зачем ты так сделал? Чем я тебя обидела? Не трогай меня, пожалуйста. Во всей стране. Тебе нельзя тут находиться. Ну, дивья я. Что, больно? Не трогай меня, пожалуйста. Зачем вообще вести себя так? Чертов болван совсем выжил из ума. Что он делает? На помощь, помогите, кто-нибудь. Du bist kein Mönch.
Пожалуйста, хватит. Мне больно. Я ни в чем не виноват. Зачем ты делаешь это? Tu n'as rien d'un moine. Тебе здесь делать нечего. Glaubst du wirklich, dein Gott schert sich darum, was mit dir passiert? Nous sommes les envoyés de Dieu. Ты не монах. Твой бог от тебя отвернулся. Glaubst du wirklich, dein Gott schert sich darum, was mit dir passiert? Господин, мне нужны деньги. Мне нужны деньги. Скажите, я зачем он это делает? Я голодная и больная. Друзья мои, ваши поиски закончены. У меня есть все, что вы можете... Послушай меня, Альтаир. Вильям Монферрат недавно убрал из этого района почти всех честных торговцев и заменил их своими людьми. Он пытается подорвать доверие народа к королю Ричарду, продавая им товары низкого качества по завышенной цене. Этих торговцев надо убрать. Найди и уничтожь их стойки с товарами. Язычник, ты заплатил им все! Не дайте ему уйти! О, это совсем не правда! Это будет совсем не сложно. Думаешь, можешь меня одолеть? Пожалуйста, на помощь!
Сейчас ты умрешь. О, это совсем нехорошо. Митя, кто-нибудь, помогите! Спасибо, Альтаир. Тебе может показаться, что ты сделал немного, но все равно это важно. Возьми эту бумагу, она пригодится тебе, когда ты встретишься с самим Вильямом. Зачем вообще вести себя так? Неужели никто мне не поможет? Умри, вор! Что плохого я тебе сделала? Скажи на милость! Он должен прекратить это ребячество. Альтаир, ты вернулся так скоро? Я сделал все, как было велено, и вооружился знаниями. Говори, а я послушаю. У Монферрата большое войско, многие зовут его хозяином, но и у него есть враги. Он не ладит с королем. И никогда не ладил. Это мне на руку. Визит короля его сильно расстроил. Как только король уедет, он отправится в свою крепость, чтобы все обдумать. И пока он будет занят мыслями, я его убью. Уверен в своем плане? Абсолютно. Я выкручусь, если что-то пойдет не так. Тогда иди покончи с Монферратом, и достанет свободен этот город. Я вернусь, когда дело будет сделано. Перемотка на более поздний участок памяти. Стой! Здесь ты не пройдешь. Ha ha ha!
вас, господин. Его порубят. Я хочу есть. Я так хочу. Я тебя догоню! Боже! Он умру, хочет трапнуть! Это будет ранник! Я тебя догоню! Ладно, ладно. В следующий раз будешь думать перед тем, как едешь в драку. Стража! Скорей сюда! Стража, туда! Кто это сделал? Покажи! Красть у меня на глазах! За это ты поплатишься жизнью! Не трогай меня, пожалуйста! Но дивья я! Я ни в чем не виноват! Уходи, Чен, зачем пока ты тебя не выгнали силой! Пожалуйста, хватит! Ни шагу дальше! Мне больно! Nous obéissons, Seigneur! Le seul, l'unique! Ты не монах! Твой бог от тебя отвернулся! Tu n'as rien d'un moine! Nous obéissons, Seigneur, le seul. Довольно. Maudit vieillard. Sois maudit. Liebe gehören gehängt. Тысячи жизней, Вильям. Их нужно было держать в тюрьме и ждать, пока мы не обменяем их на наших людей. Сарацины бы не выполнили свою часть сделки, ты сам это знаешь. Я оказал тебе услугу. О, да. Невероятную услугу. Теперь они разговаривать с нами не станут. Разве что на поле битвы. Я хорошо их знаю. Смерть их воинов вселит в них ужас, а не ярость. Ответь мне, как же ты так хорошо знаешь врага, если с головой ушел в политику и уже забыл, что такое бой? Мои действия верны и справедливы. Ты поклялся хранить посланное нам Богом, Вильям. Но делаешь ты нечто иное. Ты все это разрушаешь. Очень суровые слова, повелитель. А я думал, что заслужил твое доверие. Что ты говоришь, Вильям? Ты регент Акры, ты правишь вместо меня. Это недоверие? Или тебе нужна моя корона? Ты не понимаешь, хотя это не ново. Я бы предпочел не тратить впустую свое время, а заняться войной. Мы продолжим в следующий раз. Не смею задерживать, ваша светлость.
Мне кажется, таким, как он, места в новом свете нет. Скажите войску, я хочу поговорить с ним. Мне нужно, чтобы каждый делал то, что следует. Любая халатность будет караться. Я сегодня не в настроении ни с кем возиться. Да, господин. Все остальные со мной. Прибнемой, если вы оперсуве. Да замолчи! Никто не придет к тебе на помощь! На помощь! Помогите! Кто-нибудь! Не пытайся бежать, Тари! Все равно некуда! Не трогай меня, пожалуйста! Нечего здесь делать. Уходи. Хотите, чтобы я показывал пример на вас самих? Сделаем. Вы двое обвиняетесь в пьянстве и распутстве. Что скажете в свое оправдание? Язычник, ты умрешь здесь и сейчас. Запрещено здесь находиться. Тебе сюда не... Qu'il nous observe en ce moment.
Отдыхай. Твоим планам конец. Да что ты знаешь о моих планах? Я знаю, ты хотел убить Ричарда и посадить на трон своего сына Конрада. Конрада? Мой сын тупица, не способный ни управлять армией, ни оставить королевство. Ричард? Он ничем не лучше. Ослеплен верой в иллюзии. Он далек от мира. Акра не принадлежит ни одному из них. А кому же? Город принадлежит его жителям. Как ты смеешь говорить за жителей? Ты воровал их пищу, нещадно карал их, загнал их в свою армию. Я готовил их к вступлению в новый мир. Крал их пищу? Нет. Я заимствовал еду, чтобы распределить ее поровну, когда наступит голод. Посмотри вокруг. В моем районе нет преступников, кроме тебя и тебе подобных. Загнал людей в армию, но я не учил их сражаться. Обучал лишь порядку и дисциплине. Разве это зло? Благородны были твои намерения или нет, но твоим действиям нужно положить конец. Посмотрим на плоды твоих действий. Ты несешь в города не свободу, как думаешь, а проклятие. И в итоге во всем винить ты будешь лишь себя, говорящего о благородных намерениях. Дороги, чёрт возьми!
Убийца! Остановите его! Убейте его! Смерть убийце! За ним! Скорее! Остановите убийцу! Ты заплатишь за все! Тебе не рай! Умрешь! Смерть убийце! Эй! Память мой! Убийца! Он прячется, как крыса! Ты не уйдешь! Прочь с дороги! Убийца! Остановите его! Тебе не уйти! Что это с ним приключилось? Смерть убить! А он шустрый! Я себе не уйти! Убиваю тебя! Глупец! Ты не понимаешь, что уже проиграл! Вернись сюда! Ты сможешь убить меня! Живи, ты трипы! Живи, ты больше на тень! Он шустрый! Il ne doit pas s'échapper! Je te tire! Что нового? Вильям Монферрат мертв, а с ним и его предательские планы. Хорошая работа. Ты не дал ему получить акру. Почему сейчас, когда крестоносцам так нужно единство? Он мог подождать? Подождать чего? Когда король вернется и раскроет его план? Нет. Сейчас самое время для мятежа. Странно. Я думал, он отдаст город Конраду. Но он сказал, что это не входило в его планы. Не верь словам змеи. Она даже при смерти плюется ядом.
Я поговорю об этом с Аль-Муалимом. Да, друг мой, поторопись в Мосиаф. Я уверен, он жаждет новостей. Перемотка на более поздний участок памяти. Подойди, Альтаир. Расскажи об успехах. Я сделал, как вы приказали. Хорошо, хорошо. Я вижу, ты глубоко задумался. Расскажи, о чем. Каждый, кого я убиваю, говорит мне загадочные слова. Каждый раз я прихожу к вам за ответами. И каждый раз получаю лишь загадки. Ничего больше. Кто ты такой, чтобы требовать большего? Я тот, кто убивает. И если вы хотите, чтобы я продолжал, хотя бы раз поговорите со мной прямо. Выбирай слова, мальчик. Мне не нравится твой тон. А мне не нравится ваша ложь. Я дал тебе шанс вернуть потерянную честь. Не потерянную, отнятую вами. А теперь вы суете ее мне, как подачку собаки. Похоже, придется найти другого. Жаль, у тебя был большой потенциал. Думаю, если бы у вас был другой, вы бы давно заменили меня. Вы сказали, что я получу ответ, когда мне не нужно будет задавать вопрос. Я его не задаю. Я требую ответа, что связывало этих людей. Что ж, резонно. Эти люди были связаны клятвой на крови, но не такой, как наша. Кто они? Non nobis domine, non nobis. Тамплиеры. Теперь ты понимаешь влияние Робера де Сабле? Все эти люди, правители городов, командиры армий. Все поклялись в верности его делу. Их действия нужно рассматривать в совокупности, верно? Но что же им нужно? Власть. Им нужна святая земля, но не во имя Бога, а для самих себя. А Ричард? Салах ад-Дин? Все, кто встанут на пути тамплиеров, будут уничтожены. Поверь, у них хватит на это сил. Их нужно остановить. Для этого мы и существуем, Альтаир. Чтобы избавить мир от такого. Но почему вы скрывали правду? Чтобы ты сам раскрыл тайну. В нашем деле знание предшествует действию. То, что ты узнал сам, ценнее полученного даром. Да и твои недавние поступки не располагали к откровенности. Ясно. Альтаир, твое задание осталось прежним. Изменилась лишь мотивация. Вооруженный знанием, я смогу лучше понять оставшихся тамплиеров. Ты хочешь узнать что-то еще? Что за сокровище Малик вынес из храма Соломона? Робер отчаянно стремится получить его. Со временем ты узнаешь, Альтаир. Как открылась тебе роль тамплиеров, так откроется и природа сокровища. А пока удовлетворись тем, что оно в наших руках, а не в его. Как скажете. Именно. Ты вновь повышен в звании. Возьми оружие. Пусть оно послужит во славу братства. Альтаир, пока ты здесь? Да. Откуда ты знал, что я не убью тебя? Честно говоря, я не знал. Это был порыв веры.